на двух! Что ты наделал здесь в кружении, не так? Это еще что, блядь? Вали, блядь! Блядь! Ох, ебать! Ой, дурачок, он живой, что ли? Ебать, живой! Живой, живой, живой! Ой, блядь, блядь, пиздец, мой! В кадровой работе так сложно вот эту следить. Эх ты, блядь, стой! На, нахуй! Ебать! Прям чуть-чуть, да ты чё, мужик, ё-моё, кто виноват-то, он виноват. Его пропустил, ё-моё. Мотоциклисту уебал это пешехода, блядь. Ты на моих глазах, блядь. Да я чего не видел. Как уебенил его нахуй. Домой еду. Бах, ништяк! От ты молодец! От ты козел-то какой, а? Так, ну-ка. Ну что, долетался до встречечки? Красавчик! Молодец! Решай, Карин, куда, на биатлон или в Парк Победы? Ладно, Парк попала. Блять, блин. Да ладно, ладно, все. В руку или во что, покажи. Сука, блядь. Пизда нахуй. Нет, даски. У 1920 році Радмарком України запровадив обов'язкове навчання української, обов'язкове вивчення, мабуть, української мови в школах. Повернув? Да. Стрикнув рядом? Да. Молодець. Снял? Да, поход делал. Ядрить, мадрить. Тысяча, секунды, тысяча рублей разыгрывает вкуснейшую пиццу 4 сыра на тонком тесте от компании доставки из Два берега. Для этого нужно было позвонить ко мне в эфир. Этот пункт выполнен. Алексей, здравствуй. Давайте послушаем Михаила еще. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, Михаил. Ебануться, блядь, пропустил нахуй. Наша страна готовится к проведению первенства мира. И... Есть. Бля, вообще. У меня на видео все записалось. Нет.
Так, у меня на глазах авария произошла, давай я перезвоню. Я ходил с живого ступени, мне этого хватило. Вопрос хотел задать. Трудяне. Оба. Ни хера себе. Таможни подчеркнули, что проверенные образцы взяты из партии оригинального напитка. 45-й американский алкоголь на территории региона не попадал уже полтора года. Куда он едет? Ебать ты, долбоёб! Ебать! Я ебу, блядь. Сообщение. И вот какое. У моей Настены сегодня день рождения. Ох ты ж, блин, а. Под вечер весь день спать хотел. Пробуем посмотреть.